Александр Юрьевич, расскажите про матч. Как вообще первое впечатление? Что тут говорить, матч откровенно не получился. Мы практически напрочь проиграли землю. Игра в регби без земли — это игра, которая не дается. Поэтому игра сложилась вот таким образом. Количество потерь зашкаливало. Больше двух раков команды. Практически. Ну, в конце, уже при замене. Первый состав сыграл вообще безобразный матч. Так что здесь, видимо, уже настроение последнего дня, уже отъездной. Плюс первая победа, достаточно легко удавшаяся. Соответственно, сколько ни говори, сладко, все равно мы хотим. Можно говорить все, что угодно, а выйти играть, и совершенно не играть на земле, в регби так нельзя. Поэтому, ну, такое, очень надеюсь, что вовремя получили по физиономии. Угу. Спасибо. А еще скажите, пожалуйста, как прошли сборы в целом? Сегодня последний день, давайте подытожим. Сборы, вот впервые за две недели начал чуть-чуть накрапывать дождь. Такое для Сочи — это большая редкость. Объем весь выполнен, план выполнен. В принципе, несмотря на сегодняшний первый тайм особенно, то есть, в принципе, я уверен, что мы готовы к чемпионату.